Пообщаться с братьями нашими меньшими, окунуться в первозданную природу, насладиться прогулкой по тенистым аллеям. В парке живой природы Додо по-настоящему можно отдохнуть от ритма города. Верблюды, кенгуру, лошади, говорящие попугаи, суриката, обезьяны и многие другие. Вот они, стоит только протянуть руку. Новшество зоопарка – питомник с лемурами. За их жизнью можно наблюдать целый день. Для маленьких посетителей здесь раздолье. Детские площадки никогда не пустуют. Также есть возможность для всех желающих прокатиться на таких белоснежных красавцах. Очень хороший парк, очень живописный, красивый. Много животных различных. Для детей очень интересно посмотреть. Мне очень понравилось, что тут очень много животных, так красиво все и природа. Мне очень понравится, и мне этот день запомнится надолго. В этом году в зоопарке Додо большая радость. Сразу в нескольких семьях прибавление. Знакомьтесь, капучинка. Этот капуцин родился всего месяц назад. А сколько самостоятельности уже проявляет в изучении окружающего мира. У этого детеныша-кенгуру даже пока нет имени. Сумка – весь его маленький мирок, в котором тепло и спокойно. Этот детеныш-альпака родился всего 2 недели назад, а уже после кормления выходит с мамой на прогулку. Каждый год в начале октября парк живой природы Додо отмечает Всемирный день защиты животных. Не нарушится традиция и в этом году. Мы приглашаем вас на Всемирный день защиты животных 2 октября в 12 часов. Вас ждет праздничная программа, игры, конкурсы, ну и, конечно же, подарки. В этот день все желающие также смогут помочь бездомным животным. В зоопарке представители волонтерских организаций будут принимать для подопечных корма и амуницию. Урок доброты и любви к ближнему – так можно назвать посещение этого волшебного уголка природы – зоопарка Додо.